В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава вооруженных сил Российской Федерации. Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, войска будут прибывать на протяжении всего первого этапа. На данном этапе подразделениям предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в районы выполнения поставленных задач.